По делу о смерти Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера, могут арестовать дипломата из КНДР. 44-летний Хан Гван Сон был в день убийства в аэропорту. Это зафиксировали камеры наблюдения. Но пока ему направлен только вызов в полицию. Если дипломат не придет добровольно, то может последовать даже арест. В причастности к гибели Ким Чен Нама подозревают по меньшей мере 8 человек. Четверо уже задержаны. Это гражданки Вьетнама и Индонезии, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР. Еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства. Ким Чен Нам почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу 13 февраля. Сообщалось, что он обратился к сотрудникам аэропорта с жалобами на сильное головокружение. Ким успел рассказать, что ему брызнули в лицо какой-то жидкостью. 24 февраля полиция Малайзии объявила, во время вскрытия тела были обнаружены компоненты отравляющего вещества нервно-паралитического действия. По классификации ООН оно является химическим оружием массового поражения.